для любителей аппетитных и изысканных десертов хочу предложить этот классный вариант, как приготовить фисташковый тарт с белым шоколадом. Насыщенный вкус, потрясающий аромат и внешний вид покорят вас. Такой десерт обязательно придется по душе и взрослым, и деткам. Сразу хочу сказать, что, несмотря на большое количество времени, указанное в рецепте, активных действий будет совсем немного, так что не стоит пугаться. Зеленый краситель в данном случае используется исключительно по желанию, чтобы добавить ярких оттенков и сделать тарт еще более аппетитным. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Первым делом очистите фисташки. 2. Измельчите, но не в муку, а чтобы попадались маленькие кусочки. 3. Соедините орехи с просеянной мукой и сахаром. 4. Добавьте холодное сливочное масло, тщательно перемешайте, если крошка слишком сухая, добавьте несколько ложек ледяной воды. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Скатайте тесто в шар, оставьте на 20 минут. 6. После раскатайте тонко и выложите в жаропрочную форму, сверху поместите лист пергамента и утяжелитель, фасоль или горох, например, при температуре 200 градусов выпекайте корж 20 минут, потом уберите утяжелитель и запекайте еще 7-10 минут. 7. Сливки, шоколад и сливочное масло поставьте на огонь и растопите. 8. Начинка должна быть полностью однородной, когда снимаете с огня. 9. Вылейте в форму, при желании дополните красителем, предварительно разведенным по инструкции. 10. Оставьте фисташковый тарт с белым шоколадом минимум на 2 часа, после можно украсить орешками, нарезать порционными кусочками и подавать к столу. 11. Приятного чаепития! Жду ваших лайков и комментариев. Ингредиенты. Фисташки 50 грамм, сливочное масло 100 грамм, мука 200 грамм, сахар 1 чайная ложка, белый шоколад 200 грамм, сливочное масло 50 грамм, в начинку сливки 75 грамм, пищевой краситель зеленый 1 штука, по желанию, количество порций 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. До свидания, друзья!